Кидали самому худеющему. Мы идем. Мы вас провоцировать. Коллеги из Инвитро, я надеюсь, вы не устоите, хотя думаю, что все у вас получится. Мы чуть-чуть шоколада привезли, вкусного тортика. Пойдем. Мы этот повод обвязали под день рождения Димы. Провокация должна состояться. Надеюсь, у нас все получится. Как на Диме, на день рождения, привезли мы каравай, вот такой ширины. Кушать, гостей созывать, с днем рождения каравай. Так хорошо, что твое день рождения было поводом приехать и спровоцировать твоих коллег. Приглашаю, угощай, каравай. Коллеги, присоединяйтесь, надо поздравить. Нет. Коллеги, кто еще хочет испробовать подходите, прекрасный пирог, что ли? Подходите, кушайте. Это же как вот Татьяна. Вот смотри. Вот на это все будешь наливать, да? Вот холодное шампанское. А мы возьмем оператора, попросим. Пойдемте к нашим дизайнерам. Дима, ты не уводи, пожалуйста. Добрый день. Они от нас много чего скрывали, оказывается. Пойдемте, я вам решу. Я не худею. А я хоть и худею, но попробую. Провокация, специально. Кстати, самый дисциплинированный итог нашей команды. Вот что вы сказали. Вот все-таки один взял, хотя это самое. Это очень полезно. Пойдемте, я вам покажу, чем завтракает компания «Витро» худеющих в этот прекрасный утро. Денис, привет. Дмитрий пытался закрыть свои спину. Они сами себя провоцируют. Денис, у них столько вкусного. Не надо главное, вы удержитесь, пожалуйста. Вот это провокация нас, скорее всего. Так. Дима ходит, отказывается, рассказывает нам, что ничего не кушает. А здесь такие сладости. Да я смотрю, Дима уже живет на самом деле. Подносы! Такого для рождения у тебя еще не было, я думаю. Обратите внимание, что осталось у нас на подносе. Я прошу отметить, что только один член команды взял пирожок. Все остальные были не из команды. У нас большой департамент. Вот мы шикарим. Вот. Спасибо. Марина. Я всегда худеющая. Худеющая? Постоянно. И худеющим нужно. Спасибо. Провокация, я считаю, удалась. Состоялась. Дмитрий, мы заодно поздравили. Накормили весь отдел. Спасибо. Богом прошу. Даже не представляю. 100 рублей фото, но не забывай.